Всем привет, дорогие друзья, подписчики, зрители и просто проходящие люди. Вы догадали, Илья Лего Про, и с вами, как всегда, я, Лего Про, да. Сегодня у нас будет непростой обзорчик, как вы уже поняли, да, Лего Техника, оригинальный Лего Техник, не подделка. Это на моем канале первый оригинальный набор, скоро будет еще куча оригинальных наборов, потому что у меня их куча накопилось, у меня их было куча, я хочу вам все показать, будет без коробок, в коробках будут наборы. Короче, куча всего будет интересно, поэтому ставьте лайк, нажимайте на колокольчик, потому что будет неделя Лего, да. По китайский набор показывать, это, например, будем показывать вот такой слайд набор китайский, это Эксодайс, но это потом будет, хотя может и на этой неделе тоже покажу, может даже сегодня выпущу наборчик какой-то китайский. Чтобы размять оригинальное Лего, то есть мы сейчас будем именно смотреть, да, вот такой набор Лего Техник, очень крутой набор, мне он очень нравится, это игровой сразу, и на полочку можно поставить, и поиграться можно, да. Лего Техник 2 в одном. Я сохранились инструкции, как раз две инструкции, будет вторая часть, будем смотреть вторую модель. Короче, главная модель это вот такой грузовичок. Так. Вот сбор, а сначала показывает какой-то типа виде инструкцию по деталям техник, все типа как их выверивать, все. Просто такое, ну, думаю, уже знаете, профессионально в Лего это все заканчивается, это все дело, да. Тут вот всякие рекламки. На пункте 48, а на пункте 48. И на странице 44. Вот. Ну, в общем, сводится 50, но это уже такое поставить. Все. Вот. Показана рекламка. Типа как функции работают. Тут. И еще наборы прикольные. Разные. Стасили, да. И на вторую инструкцию. Тут количество деталей есть из всего набора. Сразу давайте смотреть крутые штучки. Тут указано в Лего Лаффи. Подписывайся, ставьте на мою страничку в Лего Лаффи. Очень прикольная ссылочка будет в описании. И тут показаны функции уже этой машинки. Все. Заканчивается. На 71 пункте. 52 страницы. Да, это инструкция больше, чем... А, тут тяжелее собирать. Ну, используются все детали в одной машине. То есть детали одинаковые, что в одном, что в другом. Да, потому что, ну, так все в одной машине, все детали. Поэтому список деталей один и тот же. Ладно. Давайте сначала посмотрим, как бы функционал набора. Видите, он 10 шестеренок. Кстати, она менее закрыта, да. Как вы понимаете, вот тут есть такой рычажок, за который надо крутить, и будет крутиться колеса. Вот видите, вот например за него вот так возишь и вж. Так и поворачиваешь, так. Так, кстати, функционал плохо работает. Давайте попробуем кабину снять. Да, снимается, что действует. Тут, в принципе, попроще. А хотя можно. Так. Ладно, сейчас вставим. Сейчас вставим. Да, вот мы разобрали механизм, короче, смотрите, функцию. Оно вот тут стоит вот так, и типа оно его бьет. Вот так, и оно поворачивает. Простите. Да, вот такое что-то, такого типа там. Как видно, я не понимаю теперь, как его что-то собрать. Какой стороной. Давайте за кадром соберут, он разобрал что-то, я не пойму, куда вставлять, не помню. Ладно, давайте. Прямо открыл на этой же странице 9. Там где нас показывал, как собирать его механизм. Там вот собрали. Короче, крутим за эту шестеренку. И вот так оно едет. Ну вы поняли. Эта палочка колеса вот так бьет. Вот. Вот видите, эта палочка двигается. Вот она, видите. Бьет и ходу поворачивает, да. Так, тут может типа открываться вот так, кабина откидываться, сиденья могут складываться, там поворачиваться в разные формы. Не знаю, ну как вам угодно, как хотите. Тут можно положить что-то, как бы бутылку, какую-то фигурку, в принципе, можно посадить, только без головного убора. Или как в шапке восточной, вот это, сенсеево, всяко. А, и вторая функция. Кстати, одна шестеренка крутит другую шестеренку,
А та третья. И вот, видите, оп-оп, и двигается эта штука. А все это надо для этого. Они поднимают вот этот ковш. Так-так-так, например, подъезжаем. Ба-ба-ба-ба-ба. Так, оп, и поднимаются вот эти. Угу, да. В ковше, кстати, есть такое колесико, чтобы оно могло крутиться при поднимании. А, и вот такая штучка, когда оно соезжает, видите, тут линия голая. И вот такая пимпочка. То, чтобы она вставлялась сюда и не расшатывалась. Сильно. Давайте я еще раз покажу вам. Фу, подъезжаю, поднимаю, она вставляется сразу автоматически. Поехали. Да, вторую модельку мы покажем в другом видео. Да. И такое коротенькое было. И, в принципе, надеюсь, интересное видео. Следующее будет тоже коротенькое. Я соберу за кадром вторую модельку и покажу вам уже. Да. Ну, а если вам понравилось это видео, то поддержите его лайком и рандомным комментом. Да. Давайте такое. А, не забудьте нажать на колокольчик и подпиской на... и поддержать видео подпиской на... Поддержать мой канал, подпиской на мой канал. Логика. Да, кстати, машинка может выходить как и на полочку, так и игровая модель, как я это ранее сказал. Ну ладно. Всем удачи и пока-пока. До скорых встреч.